Невероятно полезное блюдо, насыщенное йодом, белками и фосфором. Многие интересуются, как приготовить горбушу в мультиварке с картошкой. Следуя рецептуре, сделать это очень просто. Горбуша – невероятно полезная рыба, которую можно приготовить разными способами. Я представила классический рецепт горбушу в мультиварке. Готовится в течение получаса и является невероятно вкусной. Не переживайте, что она может получиться сухой. Сметанно-яичный соус исправит положение, и вы сможете побаловать вкусовые рецепторы удивительно сочной и мягкой рыбой. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. 1. Рецепт горбуши в мультиварке с картофелем очень прост. Для начала возьмите рыбу и очистите ее, убрав внутренности. Сама по себе рыба сухая, поэтому я использую сметанный соус, но об этом далее. 2. Нарежьте картофель кружочками и выложите на дно мультиварки. Получится своего рода подушечка для рыбы. А сверху выложите нарезанную на средние кусочки горбушу. Посолите и поперчите по вкусу и покройте все тертой морковью и луком. После этого залейте одним мультистаканом водой и установите программу приготовления на пару. В основном данная функция предполагает приготовление блюда в течение 20 минут. 3. У меня получилось 6 кусочков, но порезать вы можете так, как любите. 4. После укладки всех ингредиентов, смешайте сметану с яйцами и хорошенько взбейте, густой массой промажьте рыбу с овощами. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. 5. Сверху посыпьте сыром и теперь можете установить программу. Есть и другой вариант. Пока рыба с картофелем готовится, взбейте соус и за несколько минут до приготовления залейте им рыбу и посыпьте сыром. Я готовила горбушу в мультиварке с картошкой по первому варианту, так она получается вкуснее и нежнее. 6. Спустя 20 минут можете вынимать запеканку при помощи контейнера для варки на пару. Таким блюдом вы можете побаловать своих близких на обед или ужин. Подписывайтесь и ставьте лайки. Ингредиенты. Горбуша 1 штука. Картофель 4 штуки. Морковь 2 штуки. Лук 2 штуки. Сыр 100 грамм. Сметана 50 грамм. Соль и перец по вкусу. Яйцо 2 штуки. Количество порций 4-5. Не останься равнодушным. Вырази благодарность одним лишь щелчком. Подписываемся. Приятного аппетита! Приходите еще!